Здравствуйте, мы начинаем наш стрим. Меня зовут Вадим Родионов, и в ближайшие часы мы вместе с нашими гостями, вместе с экспертами будем обсуждать актуальные темы. Темы у нас вынесены в заголовок. Пугачева высказалась о ситуации. Также стали снова разговаривать на самом высоком уровне о возможности ядерного удара. Ну и, конечно, обсудим инициативы Илона Маска, потому что он вчера в Твиттере устроил, ну, такую достаточно серьезную баталию. Ну и наш первый гость сегодня — это писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Да, Виктор Анатольевич, слышите ли вы нас? Я вас слышу. Все нормально? Да, я тоже вас слышу. И вот, знаете, я как-то уже поднимал эту тему. Я пытаюсь найти в книгах ответы на вопросы о том, что сейчас происходит. Там обратишься к Шаламову, посмотришь, откуда там вот ноги растут. Но вот сейчас я перечитываю «Окаянные дни Бунина». И там есть фраза, я по памяти цитирую, что... Люди спасаются бедностью своего воображения, своих мыслей, потому что иначе будет очень тяжело жить. Вот если перенести бунинские вот эти реалии в наши дни, как вы считаете, насколько долго этот рецепт может быть эффективным? То есть как долго можно спасаться бедностью своего воображения и можно ли спасаться? Ну, да, значит, можно спасаться бедностью воображения, пока ужас не становится реальностью. Дело в том, что человек, обычный человек, не Оруэлл и не Нострадамус, да, а обычный человек, и не братья Стругацкие, да, обычный человек оперирует опытом своей жизни. Да, есть ли у нас связь? Да, сорвался у нас звонок. Попробуем еще раз связаться с Виктором Шендеровичем. Что-то прервалось у нас сегодня. Я напомню, что вы можете писать, звонить и также ставить лайки. Делайте это в нашем прямом эфире. Телефон, WhatsApp, Viber, все доступно. Поэтому можно будет до нас достучаться и дозвониться. Виктор Шендерович снова с нами. Да, вы остановились, что пока не касается конкретного человека. Вот на этом прервалась связь. Я сейчас, секунду, я должен перезайти, потому что у меня нету звука. Я прошу. Да, вот сейчас Виктор Шендерович к нам вернется, и я надеюсь, что мы сможем продолжить разговор. Вы тем временем тоже пишите, комментируйте, ну и про лайки еще раз напомню, никогда лишним это не бывает, поэтому если не поставили лайк, поставьте, потому что это помогает каналу, это помогает алгоритмам Ютуба активнее рекомендовать это видео. В общем, будьте с нами, будьте активны. Ну и пишите свои вопросы, мы их также постараемся сегодня озвучить и передать нашему гостю. Есть ли у нас связь сейчас? Да, есть связь, подсказывает мне режиссер. Виктор Анатольевич, еще раз здравствуйте. Я вас слышу плоховато, но надеюсь, вы меня, по крайней мере, слышите. Слышим, мы вас слышим хорошо, я постараюсь погромче говорить. За пределы собственного опыта человеку очень трудно выйти. И вот мы знаем, что после там зимы будет весна, потому что это было в прошлые десятки раз. А представить себе ядерный удар или превращение нормальной жизни в разруху, да, вот такое, такие изменения, прекращение, ну, то, что описывал Бунин, да, вот этого не было в опыте, и вдруг это появилось. Это невозможно для человека без специального какого-то либо воображения, аналитических способностей представить невозможно. Поэтому, конечно, для того, что было довольно очевидно для, из общих соображений для какого-то количества людей с воображением и с историческим знанием, для большей части населения не очевидно и не очевидно до сих пор. Они не могут никак связать в своем мозгу, так сказать, вот отсутствие политической конкуренции и политических свобод с разрухой, которая наступает вокруг них, и не приведи Господи с военной разрухой, с тем, что вообще могут начать сыпаться снаряды на их головы. Они не связывают эти явления
как австралийские аборигены, обнаруженные век назад, не связывали половой акт с деторождением. Понимаете, два разных процесса. Вот сначала одно, а потом другое, но это никак не связано. Вот в этом смысле, к сожалению, чужой опыт не учит большую часть людей, учит только свой. Свой, вот он на подходе, он уже очень печальный опыт, к сожалению. На мой взгляд, свой опыт, насколько все-таки он эффективен? Опять же, если мы начали с литературы, Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте» описывала эпизод, когда она сидела в тюрьме с молодой девочкой, которая продолжала верить в Сталина, находясь, в общем-то, в этих задворках. То есть и даже столкнувшись со всеми теми репрессивными механизмами, она продолжала верить, что Сталин велик, Сталин хороший, его обожествлять. Вот, как раз, казалось бы, свой опыт она это переживала. Да. Академик Павлов писал об этом, ну, он был настоящий русофоб, потому что он писал, хотя он был Иван Павлович, да, никакой не Абрамович, но писал он об этом особом свойстве русского народа. Ну, вот народ книги, знаете, евреев как раз называют народом книги. Но вот русский народ оказался народом книги в том смысле, что он верит слову больше, чем собственному опыту. Это совершенно поразительно. Вот то, что вы описали, так сказать, то, что Гинзбург описывал, и то, что мы наблюдаем. Уже вроде опыт должен убедить, но не убеждает и опыт тоже. Очень тяжело человек расстается с иллюзиями. По Марксу мысль, овладевшая сознанием, становится материальной силой. И мы видим, как да, телевизор продолжает быть материальной силой наравне с холодильником. К сожалению, и через холодильник тоже убедить не удалось. Да, и холодильник не убедил. И убедить... Вот сейчас мы перешли от стадии холодильника к стадии, извините, горелого мяса, да, когда уже трупы собственных детей должны убедить людей. Но люди отправляют поразительным образом, отправляют людей, своих детей на фронт. В этом есть какой-то фатализм русский, в этом есть совершенная невозможность даже представить себе, что ты свободный человек. То есть эти люди плачут, но отправляют детей на фронт. И мысль о том, что можно не подчиниться государству, просто не приходит в их головы. Это результат, конечно, матрицы и такой постоянного давления на мозги. Есть государство, которое и есть Россия. Не ты Россия, да, не твои дети, не твои внуки, не твои предки, а вот государство. Вот Россия – это Петр Иван Грозный, Путин. Вот они все государства, а ты – собственно, рожден, чтобы восславить это государство. Это логика совершенно холопская. Вот я сейчас с вами разговариваю из Праги. Язык, не знаю, как бог, а язык-то не фраер. И вот здесь государство, то, что у нас называется государство в России, здесь называется панство. И на уровне языка очень видна разница. Да? Очень видна разница. Паны объединились и образовали панство. Много панов образовали панство. Они это сделали для себя, им так удобнее. Да? Они самоорганизовались, паны в панство. В русской традиции вот есть государь, и под ним его, государя, государство. Ты государев человек. И это не Америка, где да, мы народ Соединенных Штатов. И этот народ, понимаешь, выбирает себе администратора, а потом его переизбирает. А вот совсем другое. И люди отправляют своих детей на пушечное мясо, и плачут, но отправляют. И это, конечно, национальная трагедия, которая разворачивается на наших глазах. Вот Алла Пугачева сегодня опубликовала пост, я зачитаю, он короткий. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами». Вот в продолжении того, о чем мы говорили. Действительно, вот сейчас перешел, наступил этот перелом, условно, холоп-раб. Или насколько вообще это справедливые такие определения? Простите, последнюю часть вопроса я не расслышал, у меня очень плохо со связью. Есть ли этот переход действительно, вот то, что Алла Пугачева написала, от холопов к рабам? Вот как вы считаете, насколько справедливо? Ну, это очень простой переход. Очень сложный переход от холопов в свободные люди. Вот это переход мучительный, медленный. Это требует работы, это требует осознания. Я уже говорил, да, эволюция, ну, это такая была у меня фраза 30 лет назад,
что эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком. Да, в морально-нравственном смысле надо, эволюция начинается, ну, не по Дарвину, а именно в нравственном смысле, с недовольства собой, с ощущения того, что что-то не так, что ты неправильно живешь, неправильно существуешь. Путь из холопов в свободные люди – мучительный путь, драматичный путь и редко удающийся. А из холопов в рабы – это количественное, а не качественное изменение. У холопа отняли какое-то количество его холопских не прав, но привилегий. Холопу были даны привилегии. Вот в чем разница. У свободного человека есть права, неотъемлемые права. И когда их пытаются отнять, свободный человек сопротивляется. А у холопа есть привилегии, которые даны ему хозяином. Хозяин разрешал, Чичиков разрешал Петрушке валяться, да, на своем тюфяке. Он может запретить ему валяться на тюфяке. Это количественное, а не качественное изменение. Вот. Поэтому из холопов в рабы это очень быстро. Это, собственно, не их выбор. Их перевели из холопов в рабы. А вот из холопов в свободные люди надо идти самим. И это вот уже выбор настоящий. Ну вот вы упомянули обезьяну, я сейчас по памяти цитирую, может быть, цитата не точная, но опять же, возвращаясь к Бунину, там ведь речь шла о том, что отличительной чертой любой революции является жажда балагана, игры и так далее, когда в человеке просыпается обезьяна. То есть получается сейчас то же самое, сейчас этот режим обезьяны включают, возвращают его, возвращают к тому, к той ступеньке эволюции. Нет, ну, обезьяна никуда из нас не девается. Обезьяна всегда живет с нами. И хорошо, что живет с нами, да? Человек своего, ну, как бы человек-кентавр. Это человек – это обезьяна, наделенная, да, второй сигнальной системой, высшей нервной системой. Человек – это обезьяна, которой удалось усвоить, так сказать, которая узнала о существовании этики, понимаете? По большому счету. Да? Вдруг появились понятия «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя». Да? Как следствие появилась неловкость, да? Умение покраснеть, да? Совесть, как там, проявление души. Но обезьяна никуда не девается. И, собственно говоря, опора всякого популиста – это вот как бы апелляция к обезьяне. Апелляция к обезьяне. «Я избавляю вас от химеры совести», — говорил Гитлер. То есть в переводе со сложного на простой он говорил: будьте обезьянами, не надо рефлексировать. Есть кому рефлексировать за вас. Вот еда, вот женщины, вот чужие территории, да, чужие богатства, вперед, да. Есть, трясите пальмы, да, и берите бананы. Он, это апелляция к самому примитивному. Эта апелляция довольно успешно работает. Другое дело, что она приводит к одичанию, а потом приводит к наказанию наций, что проверили на себя немцы, а сейчас проверяем мы. Но, в принципе, ничего нового в этом пути нет. И повторяю еще раз, путь наверх труден. Чтобы перестать пахнуть, да, надо начать мыться, пользоваться дезодорантом, надо сначала понять. То есть сначала нужно, чтобы тебя перестал устраивать твой запах, да, а потом начать мыться и пользоваться дезодорантом. А для того, чтобы начать пахнуть, ничего не надо делать. Оно само. В этом опора всех популистов, в этом, так сказать, их выигрыш на короткой дистанции. Потому что призвать к одичанию очень легко. Это дает немедленный результат. А вот для того, чтобы в обратную сторону, как немцы, да, за 3 года немцы превратились в страну Гитлера, за 3 года, да, уже через 3 года все было кончено, можно было только кричать «Хай!». А в обратную сторону 30 лет, да, это вот такая пропорция. Мы, к сожалению, еще не достигли дна, Россия, еще только по пути к окончательному дну. Вот, а потом, даст Бог, начнется какой-то выход наверх.
Если, опять же, мы говорим о биологии в том числе, но ведь у животных очень сильно развит инстинкт самосохранения. Кажется, сейчас он у многих людей отключается, потому что разговоры о ядерном ударе, о том, что мы жахнем, бахнем и так далее, это же, в общем-то, путь в один конец. Но почему-то этот инстинкт не работает, несмотря на то, что вот как мы все ближе к обезьяне в плане биологического восприятия. Ну, человек, только человек способен, понимаете, вот есть Дарвиновская премия за самую бессмысленную смерть, как известно, да? Значит, вот какой-то поляк на свадьбе отпилил себе голову там мотопилой, там, да, ну и так далее. А вот какого-то японца там на корпоративной вечеринке подбросили и забыли поймать. А самая бессмысленная смерть. Россия сегодня претендент на Дарвиновскую премию в номинации «Национальная катастрофа», «Национальное самоубийство», разумеется. В животном мире это невозможно. Животное не может покончить с собой. Хотя, ну нет, бывают сбои, но это биологический сбой. Киты выбрасываются на берег, да? Это биологический сбой какой-то. А человеческий сбой носит, конечно, характер ментальный, а не биологический. И это очень заметно. Ну что поделать? Вот платит нация за ошибку в выборе элиты. Нация платит за ошибку в выборе элиты, потому что вот 140 миллионов человек, а с наворованным 150 сейчас уже, да? То есть, что касается числительных, то все нормально. Но в элиту выбраны убийцы, и последовательное 20-летнее голосование за убийц или согласие на то, чтобы убийцы тобой правили, приводит к национальному самоубийству, не только, может быть, национальному. Страна, в которой постепенно, да, элиты стали Пригожин, Кадыров, Охлобыстин. Да, и если вы видели пленочку из Кремля, вот тот мудачок, который в Кремле, в Георгиевском зале после речи Путина говорил, мы сейчас всех убьем, всех, да, все отнимем, и все будет наше, и все будет зашибись. Вот это национальная элита. С такой национальной элитой это самоубийство, конечно. Это самоубийство, и Россия сейчас пока что идет по пути самоубийства. Да, дальше вопрос, успеем ли выйти из этого пике. Но в любом случае, даже если мы выйдем из этого пике, наш путь в обратную сторону будет очень длинным и мучительным. Хотелось бы пожелать человечеству вообще выжить после этого эксперимента. А вот по поводу выбора кровопийц, опять же, сегодня много литературных аналогий, Бродский, да, говорят, что все наместники ворюги, но любой ворюга мне милее, чем кровопийца. Получается, что это тоже ошибочная формула, потому что выбирая ворюг или отдавая в качестве этого, выбрали в итоге кровопийц. Здесь можно перекинуть мостик к Стругацким, да, и серые, и черные. То есть получилось вот это именно. То есть думали, что... Вы знаете, да. Да, конечно. Зацитировали Бродского, да. Но все-таки не надо путать поэтическое словцо, поэтическую формулу с политической. Ворюги становятся, как мы проверили на себе в этот раз, ворюги становятся кровопийцами очень легко и быстро. Ворюга, поставленная перед выбором понести наказание, сесть в тюрьму, да, или пролить кровь, выбирает пролить кровь очень часто. Если это не застенчивый воришка, как Альхен, а настоящий вор, да, и если ему грозит серьезное наказание, он прольет кровь, это проверено. Собственно, ворами в лагере называли и убийц тоже. Да, это воры, это некоторая общая номинация. Да, эти воры легко пускали в распыл человеческую жизнь. Значит, мы проверили это на себе. Я думаю, Бродский не обиделся бы, если бы сказал, что его версия не подтвердилась. А сегодня в России есть юродивые? Вот если говорить об Охлобыстине, который был выпущен и, в общем, судя по всему, выполнял эту роль, пытался заразить там толпу и так далее. Ну, многие уже обсудили эту историю. Просто есть же в этом что-то очень нездоровое. Но что-то, с одной стороны, нездоровое, а с другой стороны, привлекательное для какой-то широкой массы людей. Они же откликаются на это. Ну, конечно. Феномен заключается в том, Охлобыстин ведь какой был, такой и есть. Просто время, планка времени, система координат трагически сместилась, и Охлобыстин, который был маргиналом и городским сумасшедшим, сегодня неотличим от Путина. Обратите внимание, они в одной интонации.
Я уже говорил, можно было не слушать, собственно, двоих, можно было послушать кого-то одного, потому что все это одно и то же. Они говорили, содержание одно и то же, и интонация почти одна и та же. Кликушеская взвинченная интонация, да? Путин, который так переходит к скандированию, это уже, да, это уже Охлобыстин. А Охлобыстин сегодня, его жанр кликушеский, его сумасшествие стало, собственно, повторяю, это и есть российское государство сегодня. Раньше он был, ну, городской сумасшедший, страна большая, мало ли какие, каких людей только нет у нашего государя. Вот есть и такие, да. Ну, то есть элита, понимаете, у нас Греф, Кудрин, Силуянов, там экономия, все мы, это самое, гайдаровские форумы экономические, Давос, все. Ну, есть и такие, ну, что поделать, свобода. Сегодня нет никакого гайдаровского форума, ничего этого нет. Есть вот такая элита. Повторяю, Кадыров, Пригожин, Охлобыстин, да, вот это вот все. И вот такой Путин, уже не на грани нервного срыва, а далеко за гранью нервного срыва. Это и есть сегодня Российская Федерация. Российская Федерация сегодня, которая объявляла Украину, да, несуществующим государством из телевизора 10 лет. Так вот, украинское государство, как оказалось, не просто существует, а самоорганизовалось и дает блестящий отпор агрессии. А вот российского государства нету, не существует. И отсутствие реакции на демарши Пригожина, на набор наемников открытый, на демарши Кадырова открытые. Кадыров несовершеннолетних детей отправляет на войну. Никакого детского омбудсмена близко нет. Никакого следственного комитета близко нет. Никакой прокуратуры нет. Никакой парламентской комиссии нет. Нету государства. Государство вспоминает о том, что оно есть, только когда нужно замолотить палками оппозицию, да, посадить Навального, Яшина, Горина, вот это. Вот тогда или забомбить Сирию, или забомбить Украину. Вот тут выясняется, что есть государство. А государство, как институт самоорганизации, лежит в руинах, его сегодня нет. Вот в России сегодня нет государства. И, с позволения сказать, элита, в кавычках, вот это вот, от Охлобыстина до Пригожина и Кадырова, это есть симптоматика отсутствия государства. Мы сегодня в России просто... Россия лежит в государственном смысле в руинах. Это банда. Это банда. И она практикует как банда. То есть, когда грозит их власти что-то, они вынимают ножи и режут. Да? Вот когда поэту памятника Пушкина читает стихи против банды, то к нему приходят, и его насилуют и избивают. Это банда, это не полиция. И те, кто потом его судили, это не судьи, это банда. Государства нет. И вот в этом надо отдать себе отчет. А сторонникам этого государства, даже тем, кто хочет хоть какое-то, да, так не может быть долго на такой территории, не может быть просто распад и малина. Государство появится, я уже сформулировал, либо появится российское государство в каком-то более-менее адаптированном, современном, не имперском виде, либо появится китайское. Никакого варианта нет. В малине долго оно в историческом смысле не просуществует, потому что малина крайне неэффективна. И малина не может управлять, да, полутора сотни миллионов человек. Она может только крышевать, но через какое-то время возможность этой крыши закончится экономическим распадом. Вот если, опять же, я сейчас пытался вспомнить свой опыт 90-х годов, конечно, я был довольно маленьким, но, в общем, помним эти там бандитские группировки, когда они были хозяевами мира или, по крайней мере, определенных территорий, но в конечном итоге и они начали легализовываться. То есть время менялось, и бандитам в какой-то момент перестало быть просто модно. То есть они остались бандитами, но как-то уже там пытались это все дело. Вот как вы считаете, в масштабах страны, если использовать эти аналогии, какие временные сроки? Вот сколько может быть вот такой период, когда законов нет, правил нет, ничего нет, можно все что угодно? Я думаю, поймите, я не профессор Соловей и не Глоба, чтобы сказать вам, что когда Водолей войдет в дом Стрельца, то там в России что-то изменится. Я не знаю сроков. Но общие закономерности более-менее понятны. Мы видим, как ускорилось время. Мы видим, какие драматические, заметные глазу изменения политические, социальные произошли в России за 8 месяцев этого года, да, с начала войны.
видны невооруженному глазу, тут уже без политологов. Я полагаю, что через полтора-два года, ну, во-первых, я надеюсь, что обойдется все-таки без ядерной войны. Я полагаю, мы будем жить в другом пейзаже, в совершенно другом пейзаже. Это будет другое историческое время через полтора-два года. Я надеюсь на это. А надеюсь дважды, с двух сторон, со стороны ядерного удара, что мы переживем, и со стороны какой-то эволюции. А дальше вопрос очень важный, в какую сторону изменится, как изменится. Потому что, ну, повторяю, все это может закупориться, окуклиться. Я сейчас даже не про Путина. Путина они сами съедят через какое-то время. Да, Лубянка съест прекрасный, переварит собственного Путина. Назначит каких-то генералов, кого-то назначит виноватыми за военное поражение, как-то перегруппируется. Вопрос только в том, будет ли Россия окукливаться в этом бандитском режиме, и просто в этой малине появится какой-то другой пахан, да, который все свалит на прошлого пахана, а people все скушает опять, да? Тогда это уйдет в, ну, как бы гнойник закроется, и не вычистим гнойник, а вот он будет дальше гнить. Да, тогда в этом случае, ну, я думаю, что через пару десятилетий, может быть, даже через десятилетие-полтора, Россия не будет в ее нынешних границах, потому что, ну, просто начнут откалываться, санкции никуда не денутся. Если Россия будет настаивать на своем убийственном имперском особом пути, то через какое-то время начнут отваливаться просто провинции, завоеванные ранее территории. Так как отвалились страны Балтии, да, так как отвалился Кавказ, Средняя Азия, ранее завоеванные территории начнут отваливаться. А Россия сегодняшняя состоит по преимуществу из ранее завоеванных территорий. Привет Ермаку с казаками, да? Привет. Привет очень многим. Я уж не говорю о национальных республиках, в которых уже начинаются эти центробежные процессы. Вовсю. Вовсю. То, что происходит в Татарстане, в Якутии, в Дагестане, это уже очень близко к процессам 80-х годов в Балтии. Они по-другому выглядят. Никаких хороводов, да, национальных хоров эстонских и хороводов, и, так сказать, цепочки, ничего этого не будет. Это будет в каких-то других формах. Но, конечно, будет, очевидно, будет. Очевидно, будет. И либо Россия, как формула я это сказал, Россия либо изменится, либо исчезнет в сегодняшних границах. Вот в этом я абсолютно уверен. Вы спросили про сроки. Полагаю, что речь идет о там, десятилетии. О десятилетии. Это если Россия будет настаивать на своем имперском пути. Либо нас ждет мучительный, но все-таки потенциально спасительный путь Германии послевоенной. Но для этого нужно дойти до дна, оттолкнуться, осознать произошедшее как катастрофу. Причем для Германии катастрофа длилась 12 лет, а мы должны осознать, простите, за век с лишним. Свой 20 век мы должны осознать как катастрофу. С 5 сентября 2018 года, с красного террора, с разгона учредительного собрания, с прекращения народовластия, уж какое было, сложное, но тем не менее, с прекращения недолгого народовластия в России, с тоталитарного режима, который установили большевики, осознать Лубянку, ВЧК, КГБ, ФСБ как преступный, как гестапо. Когда, да, и это длинный процесс, это не по щелчку не случится. Это надо объяснять людям. И это займет даже при нормальной работе, это займет десятилетия. Но это будут десятилетия не распада, не гниения, а медицинских процедур. Надо вынуть из вены катетер с ядом и начать детокс. Это длинный процесс. Вопрос от наших зрителей спрашивают, как вы считаете, голос Аллы Пугачевой будет услышан? Что-то может на кого-то это повлиять, потому что Алла Пугачева и физически, даже если взять ее как коллективное некое олицетворение там эстрады российской, советской, то есть человек, которого знают, ну, многие россияне. Это заметно? Это важно? Вот ее слова. Вы знаете, да, заметно. Алла Пугачева заметна всегда. Алла Пугачева – это наша скрепа. Вот если в России есть скрепа сегодня, если есть какое-то олицетворение скрепы,
то после смерти Высоцкого, я думаю, что это Пугачева. Нету другого имени, которое поверх политических партий, поверх концепций, поверх всего, которое объединяет, действительно объединяет десятки миллионов россиян, которое действительно объединяет несколько поколений. Поэтому слова Пугачевой, вот такие слова, но другое дело, если бы показали по Первому-Второму каналу, да, это бы повлекло за собой, не исключено вообще, так сказать, довольно заметные изменения, потому что Пугачева, ее рейтинг не сравним с рейтингом Путина и всех остальных банды, потому что это действительно выигрыш конкуренции. Потому что Пугачева десятилетия напролет действительно выигрывала конкуренцию с отрывом, да, это несопоставимо. Вот. Но даже и в таком виде. Это симптоматика важная, потому что Пугачева не оппозиционер, и Пугачева не так сказать, представитель какой-то партии или движения. И в этом смысле ее слова чрезвычайно знаковы. Но кроме того, именно поскольку она не Карамурза, и она совершенно не Навальный, она совершенно не собирается жертвовать своей судьбой и жизнью ради политических конструкций, скажем так, она ведь раньше этого не говорила, а сейчас сказала. Это тоже важная вещь, это симптоматика. Это симптоматика. Начался оползень. Россия сегодня находится в процессе оползня. Песчинки в процессе оползня его не очень замечают, потому что они находятся внутри, и относительно соседней песчинки ты вроде там же, где был вчера. Но оползень идет, и он набирает силу, и это со стороны заметно. Еще вопрос от наших зрителей. Просят вас прокомментировать твиты Илона Маска, потому что там дискуссия возникла, в ней и Зеленский участвует, и Медведев, ну и, в общем, все это пошло так, как такой снежный ком. Как вы это оцениваете? Ну, мы любим Илона Маска не за его политический анализ, я так мягко выражусь. Да? Тем не менее, я просто хочу сказать, что когда реакция на это идет просто хамство, то это глуповато, потому что Илон Маск замечательно помог Украине в самые критические, да, делом помог Украине в самые критические минуты. А его политология, Илон Маск гений, но гений в своей области. Да? Есть Илон Маск, есть Дмитрий Быков, есть люди гениальные, которые, ну, они же еще и люди. Помимо того, что Илон Маск гений, так сказать, технически бизнесовый, а Быков, допустим, там литературный феномен совершенно уникальный. Да, но они еще и люди, они высказывают то, что они думают. Это замечательно, интересно, но я не думаю, что это даже важно. Я имею в виду высказывание Маска, в частности. Да? А то, что Россия на полную катушку, то, что он даже не подозревает, каким людоедом он помог своим заявлением, но он немножко оторван, повторяю, от этой реальности. Он человек очень ненаивный в бизнесе, но очень наивный, я полагаю, в политике. Это как грубое определение, но его часто используют в политике. Полезный идиот. Вот, с точки зрения Путина, Маск сегодня классический полезный идиот, конечно. Еще раз, это не ругательство, надо просто понимать, что мы не обзываемся, это, так сказать, его функция сегодня с точки зрения Кремля, да, конечно, функция именно такая. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас, что нашли время и вышли в наш эфир. Виктор Шендерович был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и всего доброго. Спасибо вам. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь к нам, оставляйте лайки. Также можно это делать под нашим видео. И также я сейчас узнаю, кто у нас будет следующими гостями. У нас все быстро меняется. Вот подсказывают мне, что Тамара и Ольга, волонтеры из Украины. У Тамары муж воюет. Они помогают жителям страны, которая находится в состоянии войны. Сейчас мы с ними свяжемся, узнаем, каково это быть волонтером в воюющей стране, что они делают. Вы, кстати, тоже задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нам, пишите, комментируйте.
И дозванивайтесь до нас тоже обязательно. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, все доступно, поэтому можно использовать эту возможность. А после у нас будет интервью со Львом Шлосбергом, который выйдет уже после 7 часов. Тамара и Ольга с нами на связи. Попросим их включить камеру и перевернуть в горизонтальное положение для того, чтобы мы могли увидеть наших гостей сегодня. Если вы нас слышите, пожалуйста, сделайте это, мне подсказывает режиссер, чтобы я передал вам уже в прямом эфире. Все ли у нас в порядке? Это вопрос к режиссеру. Можем ли мы выводить в эфир наших гостей. Я напомню тем временем, что вы можете ставить лайки для того, чтобы YouTube активнее рекомендовал это видео. И также не забывайте писать свои вопросы в чате. Тамара и Ольга у нас на связи, волонтеры из Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, что мы хотим вам сказать, это слова благодарности вашей стране за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы помогаете нам и морально, и физически. Это санкции, это помощь нашим беженцам, которые матерям и детям, которые приезжают к вам, и вы их встречаете. Спасибо вам. Большое спасибо. Да, спасибо вам за добрые слова. И, конечно, о том, как работают волонтеры в Украине сегодня, в чем заключается ваша работа, расскажите об этом нашим зрителям. Наша работа заключается абсолютно во всем. Это снабжение наших военных. К сожалению, нам не хватает много чего. Это начиная, грубо говоря, от носков и заканчивая машинами. Ребята постоянно горят, их обстреливают, и нам постоянно что-то надо. Поэтому мы ищем, мы покупаем, мы закупаем и отправляем непосредственно ребятам на фронт. Что сейчас на фронте, какая обстановка, насколько тяжело, поскольку поступает разная информация. Вот что вам известно, насколько тяжело сейчас на линии фронта? Ну, на данный момент там связь очень сильно плохая, очень сильно плохая, и не всегда ребята могут выйти на связь. Постоянно ребята отбиваются, очень много ребят попадают в госпитали, ранения. Вот даже сегодня, где-то часа три назад, я узнала о том, что мои земляки на данный момент вышли, 16 человек, осталось 4 человека. Контужены и все остальное. То есть им на данный момент не хватает всего, от снабжения продуктов до одежды, до всего. То есть там серьезная ситуация. Ситуация серьезная, но при этом мы идем на контрнаступление. Мы потихонечку отбиваем наши земли, это правда. Мы берем сейчас Луганскую область, это правда. Мы берем Донецкую область, это Херсон. Также правда. Херсон и Харьков. Мы зачищаем, мы идем контрнаступление. Вот я знаю, что ваши близкие тоже воюют, тоже на фронте. Вопрос, ну, я понимаю, что это тяжело, если я задам вопрос, насколько это тяжело, это все понятно. Но, тем не менее, как вы взаимодействуете, как вы себя поддерживаете, как вы смиряетесь с этими мыслями, что вот близкие люди сейчас там, и там все меняется очень быстро, там может быть все, вы это понимаете. Скажу так, утро начинается «Отче наш». Каждый день. Переживания, смотришь, когда выйдут ребята на связь, когда любимый человек выйдет на связь, когда одноклассники, одногруппники, друзья, земляки, каждый день мы переписываемся, пишем плюсик, минус, там есть минус, то есть имеется в виду, что плохая связь, то мы говорить не можем, есть и плюсик, это означает, что мы готовы поговорить, у нас там есть там 5 минут. Главное — вера. Я вам скажу так, что каждый день ты переживаешь, каждый день нервничаешь, каждый день ты думаешь о том, дай Бог, чтобы хотя бы проснуться, либо услышать хотя бы голос. Ну, мы не разговариваем, мы просто переписываемся, потому что связь не всегда есть, и разговаривать по видео нереально, невозможно, потому что связи нету нормальной. Ну, вот так, что главное — вера. Мы за Украину, мы за наших мальчиков, за наших любимых, родных, и я не знаю, иногда таблетки принимаем, успокоительные, иногда, в основном, когда начинаешь, видишь, человека нет примерно где-то больше 10 часов, уже начинаются переживания, уже начинаешь, мысли приходят всевозможные, понятно, берешь и выпиваешь успокоительные и думаешь, так, все будет хорошо, просто глушит связь, нет связи, успокойся, все будет хорошо, как-то так, верю, что все будет хорошо, вот так скажу. Я понимаю, еще один вопрос из категории банальных, но вот многие об этом тоже спрашивают. Можно ли привыкнуть к войне? То есть может ли война стать, ну, если не рутиной, то, по крайней мере, вот, окей, она идет параллельно, жизнь идет параллельно, или все-таки нет?
Ну, смотрите, смотря где, да, в каком регионе. Ну, допустим, в Киеве на данный момент действительно тихо. Да, у нас есть ковидные тревоги. В общем, у нас постоянно, да, есть угроза того, что сегодня вот или завтра что-то на нас прилетит. Но при этом мы живем, я хожу на работу, Тамара занимается волонтерством, на выходных я ей помогаю. То есть зарабатывать деньги никто не отменяет. Люди ходят в кинотеатр, люди ходят. Это Киев. Если мы берем Харьков, если мы берем Николаев или мы берем другие регионы, там ситуация иная, отнюдь. То есть это постоянно, постоянно арта работает, это постоянные прилеты ракет. Ну, там другая ситуация, к сожалению. Еще один распространенный вопрос – это о знакомых из России. Есть ли у вас, были ли у вас, остались ли у вас, потому что, ну, там часть людей эту войну не поддерживает, мы это видим, в том числе и по нашим зрителям. Вот как для вас эта история? Готовы ли вы еще с кем-то из россиян разговаривать или вычеркнули их из жизни полностью? Я вам скажу так, у меня в России родственники, очень сильно, дяди, братья, сестры, знакомые, друзья, очень много, но они были. Честно скажу, я ни с кем не общаюсь и общаться не хочу. Если люди не встают, знают, что в Украине у них есть родственники, родные, близкие, любимые, как они называют это, они не встают, они молчат, ну, о чем мы можем с ними разговаривать? Вы поймите, там риторика до сих пор. Вы 8 лет бомбили Донбасс, ну, как бы получаете, да? Там нету того, что кто бомбит, что. Там не знают вообще, что происходило в том Донецке, Луганске. Непосредственно, как туда заходили конкретно русские войска, да. То есть телевидение им сказало, что это все Украина. И, соответственно, ну, там без вариантов. Без вариантов. Ну, не о чем разговаривать с людьми, которые, ну, ничего не сделали и не хотят делать, и даже не понимают. Некоторые даже в начале войны говорят, так у вас там, да, вот как, Оля, ты говоришь, там Донбасс, все остальное, так вы там рассказываете, вы там делаете, вы бомбите, вы все это делаете. Неправда. Дело в том, что... Они мозг промытый настолько, что просто нереально. Я была в 13 году, и там было два месяца, грубо скажем, и когда я включала телевизор, и я вот это все слышала, еще до... Женя на нашу территорию. До аннексии Крыма, еще до аннексии там... Я вам скажу, но там, ну, это бред. У них промывка мозгов. И я хочу так немножечко добавить то, что вот когда у нас была такая, скажем, резня, это Буча, Ирпень, была после деоккупации, скажем так. Я видела своими глазами, да, конечно, тел уже там не было, но мы видели разрушенные дома там в Ирпень. Там его нету просто. Это был шикарный городочек под Киевом, современный новострой, сейчас там просто руины. И когда это говорят русские, что это фейк, ну извините. Но вы замечаете, что есть там деятели культуры российские, которые высказываются против войны, которые уехали? Там Алла Пугачева сегодня, кстати, высказалась на эту тему, многие на это обратили внимание. Это имеет значение? То есть вот те люди, которые там лидеры, или для вас уже нет? Прекрасно, пускай, конечно, что-то говорят, но вопрос в другом. А что нам это даст? Нас бомбят каждый день. Каждый день умирают люди. Ну, нам от этого ни холодно, ни жарко, как бы. Ну, окей, пускай это их, как бы, да, позиция. Спасибо им, наверное, за это. Но если бы их много было, и все вышли на их площадки там и подняли флаги или что-то нибудь, может быть. А так все, ну, говорить можно все, что хочешь, можно писать все, что хочешь. Первый вопрос, когда на тебе говорят, хороший или плохой русский. Первый вопрос, чей Крым? Все. Ну, если честно, многие русские говорят, и россияне, там, о том, что Крым украинский. И вот я знаю многих людей, в том числе в России, которые считают с 2014 года, что это была аннексия, что это была оккупация, что, в общем-то, Крым не перешел. Как я понимаю, что... Нет. Они выехали или на территории России находятся? Ну, в основном эти люди все побежали. Многие выехали, да, многие еще остаются, кстати. Ну, вот, например, мы интервьюируем. И они говорят, что Крым украинский. Хотя это уголовно наказуемо для тех, кто находится в России, насколько мы на территории, там, где они родились, просто не вернутся. Но если они нашли место, где они могут проживать, ну, там у них все хорошо, можно говорить все, что хочешь. Если бы там, куда они бы выехали, было бы все плохо, они бы вернулись и поменяли свое мнение и начали бы, я так думаю, говорить совсем другое. Вы же понимаете,
Если есть возможность выехать куда-нибудь и жить в хороших условиях, можно говорить все, что хочешь. Ну, как-то так. В общем, спасибо им большое за поддержку. Али Пугачёвы, Галкину, там, Варламову хорошему, там, да, у него там тоже там YouTube-канал, который... И так же само с 2014 года показывал и про нашу революцию, гидность, и про то. Спасибо им, но нам от этого как бы не легче. Ну, давайте вернемся к теме помощи. Вот что необходимо в первую очередь, если, например, речь идет об иностранных государствах? Вот чем Латвия еще могла бы помочь, например, Украине, волонтерскому движению? То что вам нужно именно вот если первоочередные задачи? Да. А если масштабно говорить, конечно, да, то это вооружение. Ну, это действительно танки, это артиллерия какая-то, то есть такого плана. Потому что сейчас у нас идет разговор по вступлению НАТО. Вступление НАТО, я не знаю, надо ли оно нам в плане как вот силы человеческие ваши, да, у нас ребята справляются. Справляются отлично, тем более после американских, там, скажем так, да, по помощи, по технике. Нам нужно... Техника горит, технику уничтожают, и нам надо основу. То есть, в принципе, самое оптимальное – это оружие. А что касается лекарств, кстати, вот это хватает? Вот, да, нужны. На данный момент уже холода, но люди замерзают, это само собой. Понимаем об этом. Медикаменты всегда нужны, это и кровоспинники, более на украинском разговариваю. Нужны полностью все, не знаю, медикаменты всевозможные. Все медикаменты, которые сейчас, это противогриппозные, это горло, это нос, это... Тамол, это ибупрофен, это антибиотики, которые у нас на данный момент по рецептам, и мы, к сожалению, не можем их закупать в том, которое надо, потому что ребята болеют. Ну, это факт. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Держите. Спасибо вам, спасибо, что нашли время, и спасибо за вашу работу. Спасибо, что стали гостями нашего эфира сегодня. Тамара и Ольга были у нас в гостях, волонтеры из Украины. Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте. Буквально через 3 минуты будем связываться со Львом Шлосбергом, представителем партии «Яблоко». Поговорим с ним о том, что происходит. Вы также задавайте свои вопросы, пишите, комментируйте, участвуйте. Не забывайте про лайки. Сейчас 943. Давайте дойдем до 1000. Лайки нужны для того, чтобы алгоритмы Ютуба нас активнее рекомендовали. Поэтому, если еще не поставили, поставьте. Это несложно. В конце концов, если не понравится стрим, вы можете в конце этот лайк забрать и его аннулировать. Или обнулить, как сейчас модно говорить. Ну, а может быть, оставить. Ну и, конечно, участвуйте в нашем опросе. Опрос у нас сегодня идет, и вопрос, который там звучит следующим образом. Согласны ли вы с мирным планом Илона Маска? Однозначно нет, однозначно да. Не знаю, не читал, затрудняюсь ответить. Вот такие варианты мы вам предлагаем. В конце нашего эфира мы подведем итоги голосования. Сейчас уже более 1000 человек в нем приняли участие, но еще не закончен опрос, поэтому до 2000, например, участников голосования. Пишут тем временем, пусть нам, белорусам, дадут еще оружие и научат, а мы знаем, куда его повернуть. Пишет «Я вреден», еще пишут «Яблоко неоднозначно». Их предложение сесть за переговорный стол во имя мира, отдав часть страны. Вопрос от Борис Джонс, я поэтому среагировал на ударение. Так, еще пишут «Привет, думаю, вся эта поддержка, это такая чушь, это наши, говорят они, но воевать за наши они не готовы. Значит, это не твое, раз не готов проливать за нашу кровь и погибать». Ну вот Душ пишет об этом, не знаю, к чему это относится, но я думаю, что это дискуссия внутри нашего чата. Еще пишет Вадим: «Верите ли вы, что если Путин уйдет, то Россия вернет территорию? Не думали ли вы, что часть Украины уйдет в Польшу?» Ну, я не знаю, в территориальных... Это вопрос к политическим географам и специалистам по геополитике. Если уйдет Путин, вернет ли территорию? По-разному может быть, в зависимости от того, кто придет на смену. Будет ли оттепель, будет ли откат назад, или будет ужесточение вертикали, если придет кто-то из, там, не знаю, условных партий войны, еще жестче будет действовать, чем Путин. Не хотел бы давать прогнозы, потому что у нас не хватает информации для того, чтобы проанализировать, какую-то модель создать. Очень много хаоса в этой истории, очень много нелогичного, очень много
реактивного, да, то есть это не какая-то, судя по всему, продуманная стратегия, да, Владимир Путин, видимо, действует, исходя из тех обстоятельств, которые возникают, и изначально, когда он все этот, весь этот механизм запустил, видимо, в голове у него был какой-то план, но этот план пошел не так, как задумывался, да, и сейчас начинается какая-то круговерть, да, и, соответственно, очень сложно понять вообще, к чему все это придет, и придет ли, или будет как-то бесконечно долго тянуться, или все будет, там, не знаю, закончится ядерным ударом, о котором сейчас многие говорят, о котором говорить не хочется, но приходится, потому что это то, что вообще не уходит из повестки, не уходит из обсуждения. Здесь многие вспоминают чеховское ружье, да, закон драматургии. Если висит на стене, то обязательно должно выстрелить. Не хотелось бы, чтобы те разговоры, которые сейчас ведутся, обязательно привели к применению там ядерного оружия. Но это обсуждается, поэтому тоже в наших эфирах это озвучиваю. А пишут еще, до дня окончания войны нужен проигрыш России, российская оппозиция этого не хочет, потому что российская оппозиция в Украине не союзник. Как вы считаете, это так? Не знаю вообще, что касается российской оппозиции, она очень разная, она очень неоднородная. И мы со многими там лидерами российской оппозиции общались, общаемся, и понимаешь, что там нет некой единой массы, да, нет некого однородного такого элемента, что можно сказать, вот это российская оппозиция. Там много разных групп, разных людей, с разными интересами, с разным видением ситуации. Что очевидно, почти все представители российской оппозиции хотят проигрыша Путина. Вот в этом они согласны. Что касается дальнейших размышлений, то да, еще вот как раз мне пишет режиссер, что надо Льву Шлосбергу Zoom отправить, поскольку я сейчас тоже выполняю функцию и продюсера. Сейчас я это сделаю, и я думаю, что мы тогда сможем Льва к нам пригласить. Да, давайте я это сейчас сделаю, и вот Лев как раз у нас на связи будет. Выпускаем Zoom, и я надеюсь, что Лев Шлосберг к нам присоединится. Вы тем временем тоже пишите, комментируйте, участвуйте, дозванивайтесь до нас, в конце концов, это тоже можно делать. Задавайте вопросы нашим гостям и нашему следующему гостю, Лев Шлосберг. Да, вот еще, да, вот как раз мы прислали, он спрашивает, уже готов ли. И я сейчас напишу, что ждем прямо... Вот вы видите, как все происходит прямо сейчас. Да, в общем, Лев Шлосберг, надеюсь, к нам сейчас присоединится в ближайшие секунды. Тем временем, да, вот пишут наши зрители, тут как раз тоже уже такая мощная-мощная дискуссия в нашем чате идет. Оппозиция чему? Если оппозиция войне, то, конечно, Россия должна развернуться и уйти, пишет Олеся. Так, ну нет, российская оппозиция, конечно, выступает против войны, это очевидно. Лев Шлосберг с нами на прямой связи. Лев, здравствуйте. Вадим, здравствуйте, здравствуйте все, кто слушает ГРЭМ и смотрит. Вот наши зрители здесь как раз спрашивают про российскую оппозицию и спрашивают, выступает ли российская оппозиция против... А, нет, я сформулирую вопрос из нашего чата. Является ли российская оппозиция союзником Украины? Российская оппозиция является союзником российских граждан, исповедующих ценности мира и свободы. Российская оппозиция – это политическая сила, которая не согласна с Путиным, политикой Путина, политикой правящей партии, в целом политикой российского правительства. Мы не занимаемся Украиной, Украиной занимаются украинские граждане и украинские политики. Мы уважаем суверенитет Украины, в том числе суверенитет украинской политики. Каждый политик, каждый гражданин должен заниматься своей страной. Совершенно очевидно, что мы заняты Россией. Это наша миссия, это наша работа. Мы заняты работой с российскими гражданами, жителями, избирателями. Это наша главная миссия сегодня. Более того, это единственная миссия. Другой у нас нет. Вот наши зрители как раз спрашивают, что насколько достаточно активность российской оппозиции. Вообще, просто чтобы сразу пояснить. Российская оппозиция ведь это что-то неоднородное. Там есть разные группы, разные партии, разные интересы, разные люди и так далее. Но вот достаточно ли сегодня делается для того, чтобы противостоять Владимиру Путину и той верхушке, которая сейчас управляет всем? Как понятно. Нам представляют гамбургский счет и предлагают его оплатить. Это нормально. Это нормально. Учитывая то, что Путин остается у власти и остается почти единоличным правителем России, нет, недостаточно. Как говорится, извините нас, мы делаем все, что можем. Пока что ваше пожелание о том, чтобы мы сменили Путина, не выполнило, извините, делаем все, что можем. Как только получится, вы об этом узнаете самые первые. Спрашивают, на ваш взгляд, заметен ли раскол среди элит, потому что многие, в том числе и те, кто выступал у нас, обратили внимание на
грустные, скучные, обреченные лица во время подписания договоров о присоединении оккупированных территорий Украины к России. И, в общем, энтузиазма не было у тех людей, которые там сидели, и которых принято называть элитой страны. Ну, по крайней мере, политической элитой страны, я в кавычки это беру. Вы знаете, зрелище российской политической элиты, когда этих людей показывают по телевизору, давно является крайне печальным. Знаете, есть такая фраза из сказки «Винни-Пух и все-все-все», знаменитая сказка Алана Милна, одна из любимых моих сказок детства, когда ослик и Ая смотрят на то, что осталось от воздушного шарика, и произносят «душераздирающее зрелище». Вот российская официальная элита представляет собой уже давно, не первый год, душераздирающее зрелище. Правда, я над ней не плачу, над этой элитой. И эта элита заслужила жить так, как она живет сейчас. Именно эта элита предавала общество, именно эта элита в буквальном смысле слова продавала страну, именно эта элита устроилась максимально комфортно за пределами России, включая своих детей и внуков, но эта элита в силу принадлежности к власти вынуждена сейчас тянуть свою лямку, тащить галеру, ту самую галеру, которую управляет Владимир Путин. Поэтому их постные физиономии во время его выступления, ну вот надо прийти и послушать вождя. Они даже не понимают, что их могут показывать по телевидению, что эти лица могут крупным планом потом по 100 раз пересматриваться, кто спит, кто дремлет, кто пытается изобразить какое-то участие. Это давно не люди, это манекены. Это манекены. В российской официальной политике абсолютно большинство людей, действующих лиц, это роли, это функции. Но это не живые люди с естественными, живыми человеческими рефлексами. Поэтому картина, которую мы в очередной раз, подчеркиваю, не в первый, не в последний видели перед собой, вполне соответствует тому состоянию, в котором эта публика находится. Ну что могу сказать? Они выбрали свой путь, но каким-то образом не научились торжественно улыбаться, лучезарно улыбаться при любом официальном мероприятии. Очевидно, у них просто нет специалистов по общественным связям, которые объяснили им: уважаемая Валентина Ивановна, не нужно сидеть с таким лицом. Пожалуйста, улыбайтесь хотя бы изредка. Дорогой Дмитрий Анатольевич, ну ужасно же, ужасно же. Ну, пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало. Ну, так же нельзя показываться людям. Ну и так далее. Вот я слышал такую точку зрения, что Путин, начав войну, начав мобилизацию, он нарушил сразу два неофициальных договора. Договор с обществом, потому что вроде как вы меня поддерживаете, а я там разберусь без вас, да, там буду контрактников привлекать. И договор с элитами, которые заинтересованы в том, чтобы там воровать, ну я упрощаю, конечно, но тем не менее. И окей, мы там тебя поддерживаем, ну спокойно воруем, пилим там и все, и у нас хорошо, и живем мы там богатой жизнью, в том числе в западных странах. И два этих договора, они нарушены сейчас. Общество вовлекается в процесс, из которого оно может не выйти, а элиты не могут теперь спокойно пилить, потому что многие возможности, они ограничены. Это может как-то, в общем-то, подорвать доверие к Путину и в низах, и в верхах? Нужно сказать, что все общественные договоры желательно заключать в письменной форме. И эта письменная форма, самая лучшая письменная форма, это Конституция. Вот Конституция Российской Федерации сейчас находится в таком состоянии, что ни о каком равноправном договоре власти и общества просто не может быть. Вот просто не может быть, и все. В этой ситуации невозможно расценивать последствия расторжения договора. Это был лукавый договор. О нем открыто не говорил никто. Путин не говорил: так, люди, вы не участвуете в политике, но я даю вам более-менее сытно есть и пить, вы можете зарабатывать деньги, можете тратить их за границей, если хотите, или в России, но ваша задача не вмешиваться в политику, не мешать мне властвовать. Это нигде не было написано, нигде не было записано. Более того, это нигде не было сказано публично. Ведь политик может заключить общественный договор путем публичного выступления, выйти и сказать: ну что, друзья, вам же нравится, как я руковожу Россией? Нравится. Гляньте, какие мы большие, страшные, сильные, нас все уважают. Все кушают нашу нефть, все кушают наш газ, все питаются нашим золотом, все дают нам займы, все поставляют нам продукты, товары, услуги на наш рынок, на большой рынок. Все хорошо, я вам это все обеспечиваю. Скажем так, потребительский рынок широкого спектра. Но вы не лезете ни в какую политику. Если бы Путин так сказал открыто, это было бы, конечно, это бы не соответствовало Конституции, но это было бы честно. Он бы сказал: друзья, вот такой у нас с вами временный пакт о ненападении. Но он же этого не сказал.
Поэтому я не считаю, что был заключен общественный договор на принципах невмешательства граждан в политике, в политику. Людям показали, что это нежелательно. Но им это показали в такой форме, что стало понятно, это не просто нежелательно, это опасно. На таких принципах договорные отношения не строятся. Если ты используешь свое конституционное право на участие в выборах, на высказывание публичной позиции, не соответствующей позиции официальной власти, а тебе либо по голове, либо административку, либо уголовку, ну, еще несколько случаев были совершенно чудовищных за последние 20 лет, когда людей просто убивали. И потом никого не нашли. Просто никого не нашли. Поэтому не было договора. Вообще не было договора. Это иллюзия. Его пытались сформулировать за Путина, но сам Путин ничего не сказал об этом. Поэтому, на мой взгляд, ничего не изменилось, кроме того, что Путин стал пользоваться неограниченной властью и своим правом, а он считает, что он имеет это право, принимать решения о судьбах людей, о судьбах десятков миллионов людей. Вот единолично. Он считает, что ему это право предоставлено. Более того, он прав. Он прав. Одни люди голосованием за Путина, другие люди не участием в голосовании, глумлением над политическими оппонентами Путина. Ах, вот вы там хотите делать политику в белых перчатках, а политика в белых перчатках невозможна. Вы вообще неудачники. Что вы тут говорите? У вас тут 1.5%. Кто вы такие вообще? То, что мы слышим многие годы в отношении партии «Яблоко». Ну вот люди заработали себе всевластного Путина, а теперь удивляются, надо же, нарушен общественный договор. А он был? А его не было, его просто не было. Теперь это стало понятно. Вот теперь, 20 лет спустя, стало понятным. Оказывается, не было никакого общественного договора. Оказывается, просто вырастал всевластный, вседозволенный, ничем не ограниченный политик. Его кормили, поили, благословляли каждый раз на очередные 4, а потом 6 лет. А теперь выяснилось, что он не ориентируется на общество. Так он и пришел во власть с таким посылом. Он пришел во власть как власть, а не как человек диалога с обществом. Теперь это все очень выпукло и заметно по последствиям. А вот эта сакрализация власти в России вообще, если там можно в историю заглянуть, там царь, генеральный секретарь, ну, первое лицо, то есть она как формируется? То есть вот Путин ничего не сказал, но кажется, что ведь он об этом думал, мы начинаем там домысливать, не только в России, но и на Западе, что вот был такой договор, о котором вы говорите. Вот как это происходит? И почему в России есть питательная почва для того, чтобы формировались вот эти одинокие лидеры, которые повелевают всем? Вадим, два разных вопроса. Сакрализация власти – это другое. Сакрализация власти, когда человек, политик, живой смертный человек, ассоциируется с государством до степени смешения, есть вот такой юридический термин, до степени смешения. И в общественном мнении продвигается паттерн о том, что никаких других политических лидеров у страны просто не может быть. Альтернатива отсутствует. Более того, ее не нужно искать. Более того, она опасна, когда на одном смертном человеке сходятся все векторы политических надежд и планов, и не только политических. Это действительно сакрализация власти, когда человек обожествляется. Но вот, к великому сожалению, для того, чтобы этого не было, чтобы это не возникло, необходимо, я скажу так, скажу банальным, почти казенным языком, что, наверное, мне не очень свойственно. Необходимо строить институты. Открытая власть, ответственная перед парламентом правительство, независимый суд, свобода слова и свобода массовой информации. То, что не позволяет человеку развернуться одному без ограничителей. Ведь во главе многих стран, во главе государства как президента или во главе исполнительной власти как правительства, довольно часто оказываются люди, я скажу так мягко, неуравновешенные, не самые талантливые, склонные к совершению эпатажных шагов, склонные к действиям ультимативного толка, популисты. В конце концов, это очень опасно. И сейчас мы видим просто расцвет, просто ренессанс популизма во всем мире. Что удерживает этих людей от того, чтобы проявить в полной мере свои отрицательные задатки? Сменяемость власти. Сменяемость власти. Это само по себе является ограничителем от любых девиаций политика, получившего всевластную... чуть не сказал, тавтологию, которого стал всевластным. А в России эти институты не построили. И при Ельцине не построили, и уж тем более при Путине не построили. Решающими годами в жизни нашей страны
были годы в конце Советского Союза, в конце 80-х, когда примерно обсуждалось и проектировалось, какой будет Россия после конца советской эпохи. И первые годы, буквально даже первые месяцы после смены власти в стране и создания государства Российской Федерации. Вот тогда были решающие годы, тогда можно и нужно было строить институты, но для этого нужно было принять решение, просто принять решение, что власть не принадлежит на праве собственности пожизненно, что политик, руководитель борется не за свою власть, а за то, чтобы смена власти происходила регулярно. В этом страховка страны. Нужно было думать о стране, а не о себе. Но думали о своей власти, думали об обогащении, думали о создании бизнес-групп, которые контролировали бы власть и влияли на власть, на то, что в нашей стране называется олигархами. Об этом думали. Это же не институты, это все ручное, казусное управление. Иван Иванович влияет на Петра Петровича. Позволим Ивану Ивановичу усилить свои позиции, давайте передадим ему за 3 гроша металлургический комбинат и в придачу, может быть, еще и лесопилку. Ну так, чтобы он мог более убедительно влиять на политиков. И доигрались. Ну просто доигрались. Люди-то были как политики, они не соответствовали своему времени. Беда нашей страны начала 90-х годов, что во главе страны стали люди, которые не понимали ответственности перед историей и перед обществом. Не понимали, что нельзя думать о себе. Нельзя думать о себе. Думать о том нужно, что будет после тебя. Как люди смогут получить из своих рук страну, где отстроены все демократические механизмы. Нужно было заботиться не о демократах и их власти, а о демократии и власти демократии. Это понимание, к сожалению, тогда отсутствовало. Теперь мы пожинаем плоды. Мы 30 лет спустя пожинаем вот такие вот ядерные плоды ошибок начала 90-х годов в нашей стране. Вот так случилось. Это ответ, это цена ошибок. Вот сейчас мы видим цену тех государственных ошибок. Вопрос от наших зрителей. Как оцениваете новое высказывание Аллы Пугачевой? Там финальная фраза. Были холопами, стали рабами. Ну и, в общем, она до этого тоже написала. Алла Борисовна человек талантливый. Это особый случай в советской русской культуре. Она стала живым человеком и всегда была живым человеком на сцене. Она всегда позволяла себе говорить то, что хотела сказать, пусть иносказательно, образно, но то, что она хотела сказать. По ней ударили очень больно. Она планировала жить в России и здесь продолжать воспитывать детей. Максиму Галкину после признания его иностранным агентом и явных угроз возбуждения уголовного дела путь в Россию был заказан. Алла Борисовна вернулась, привезла детей для учебы. По всему было видно, что она планирует обеспечить как минимум детям возможность продолжить учебу в этой московской гимназии, где они учились, и как-то жить на две страны. И при этом она сделала политическое высказывание, притом несколько политических высказываний подряд. Там были цитаты из замечательных фильмов у нее в Инстаграм, а потом она сделала очень развернутое политическое высказывание после смерти Горбачева, детальное совершенно, мотивированное. Кстати говоря, не все обратили внимание. Боже мой, я давно так не рыдала, или я никогда так не рыдала, написала Пугачева. Эти же кадры известны, их показали. Она приходит проститься с Михаилом Сергеевичем, вся в черном и с цветами, обнимает его дочь и говорит ей какие-то свои личные глубокие слова и плачет. И она потом написала прямым текстом, что вот человек, который показывал, какой должна быть политика, как нужно относиться к людям, что мы должны быть страной, частью всего мира, а не пугалом для всего мира. Но учитывая, что это было прощальное слово Горбачева, не все его заметили, не все услышали. А потом Максима признали иностранным агентом. И Алла Борисовна ответила, потом так ответила, что, как говорится, мало не покажется. Она предложила Минюсту признать ее иностранным агентом и добавила, как все помнят, еще несколько слов о Максиме, о своем супруге, очень достойно. Сказала, что он человек мира. Он человек, который желает нашей страны лучшего будущего, а не вот это все. И дальше было подробное, развернутое политическое высказывание. И власти не простили это высказывание. И просто прямо было сказано: Алла Борисовна, мы вас не посадим и уголовное дело не возбудим, но все, вы перешли черту, уезжайте. Она уехала, но подтвердила своим высказыванием, что она сохранила за собой право на свободу слова. Но я хочу сказать одну вещь важную. Вот в связи с этим высказыванием Аллы Борисовны. Аллу Пугачеву народ любил всегда. Это очень разные люди. Люди разных политических взглядов, люди разного материального благосостояния. Вообще просто очень разные люди. Ну, не нужно обобщать. Я, конечно, не могу
давать оценку, совет, нет, оценку давать могу, советы Аллы Борисовны Пугачевой. Она взрослый, самостоятельный, ответственный человек. Но, на мой взгляд, миллионам людей, которые тебя любят, не нужно говорить, что они рабы, не нужно. Этим людям тяжело, этим людям больно. Они не нашли выхода из ситуации, многие из них. Люди сейчас опасаются за возможный призыв своих близких и родных. Люди опасаются за свое будущее. Люди вообще утратили представление о будущем. Вот есть правило для политика. Ты можешь неприятные вещи говорить избирателю в лицо. Вот неприятно. Я могу сказать прямо, люди, вы голосовали за Путина? Вот, вы проголосовали за Путина, вот результат, вот причина следственная связь. Вы проголосовали за список партии «Единая Россия» во главе с министром обороны и с министром вот этого всего, что происходит за пределами нашей страны, так вы же выбрали политику. Вы что, не видите причину следственной связи? Знаете, есть такая немножко двусмысленная шутка, но я рискну ее произнести. Ответственный человек должен понимать связь между половым актом и рождением ребенка. Вот, к сожалению, причинно-следственные связи в нашей стране видны и понятны не всем. Но если ты хочешь помочь людям осознать реальность, помочь им остаться людьми, сохранить в себе человеческое, не ругай этих людей, не оскорбляй этих людей, ты можешь говорить им правду в лицо. Она может быть больной, она может быть неприятной, но никогда не оскорбляй и не унижай этих людей. В России разные люди есть, но сказать народу в лицо: народ, ты был холопом, а стал рабом, ну, так нельзя. Ну, просто так нельзя. Если ты хочешь сказать это придворным, вот придворным, скажи им, что они придворные. Это будет личной оценкой вполне понятного круга лиц. Вот тех самых, о лицах которых мы говорили, когда обсуждали выступление Путина в Георгиевском зале Кремля. Но говорить всему народу, что ты раб, на мой взгляд, нельзя. Как мне кажется, Алла Борисовна находится сейчас в очень трудной психологической ситуации. Ей тяжело. Ее выгнали с родины. С родины, где ее любят, обожают десятки миллионов людей. Это большая трагедия для нее. Это настоящая трагедия для нее. И ее чувства, ее эмоции мне понятны. Но я не согласен. Я считаю, что ей не нужно было так обращаться к людям. Эти люди любят ее. Они уважают ее. Она должна также относиться к ним, ну пусть не с любовью, но с уважением. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, уважаемый, это Лев из Коннектикута. Уважаемый Лев Маркович, спасибо за вашу работу и за ваше мужество, и что вы приходите на ГРЭБ своим мнением. Это очень важно для нас. Я бы хотел задать вам вопрос. Не кажется ли вам, что даже при активности всего населения на выборах, всего населения России, и если бы даже выбрана была бы другая партия, другой бы лидер, как это произошло в Беларуси, а не кажется ли вам, что ОПГ Путина все равно бы подтасовало бы результаты, и результаты были бы в его пользу? Всех вам благ, спасибо, берегите себя и успехов вам. Да, спасибо. Я хочу напомнить, на мой взгляд, важную вещь. В Беларуси не появилось общенационального политического лидера в плановом системном порядке, который возникает в нормальной политической ситуации в стране. Не появилась, к сожалению. Светлана Тихановская стала политическим лидером после ареста и осуждения к лишению свободы ее мужа Сергея Тихановского. Ее общественное мнение сделало политическим лидером в ситуации, когда закрыли, лишили свободы ее мужа. И говорить, что эта ситуация является оптимальным сценарием для России и какой-либо другой страны, нельзя. Нельзя, просто нельзя. Это неестественное развитие событий. Что касается возможностей для фальсификации выборов, как это произошло в Беларуси, просто украли результат выборов, подменили бюллетени, потом их сожгли, выбросили, переписали все, ну почти все. Это вопрос о тех самых институтах, о которых мы говорили. О том, что честные выборы являются частью честного государства. Его нужно было строить 30 лет назад. Да, мы сейчас находимся в ситуации, когда власть способна фальсифицировать любые выборы в любом масштабе. Просто в любом масштабе. Выборы стали
изготовлением плановых статистических результатов в нашей стране. Это не повод в них не участвовать, но нужно просто отдавать себе отчет реальности, в которой мы работаем. Но вот такая нам выпала реальность. Наши предшественники в политике не сделали свою работу добросовестно, не привели страну в порядок, не построили демократические институты. Нам выпало вот такое время, какое оно выпало сейчас. Вот такое время, которое оно выпало. Мы должны его прожить. Бессмертных политиков нет. Путин не бессмертен. Любая политическая система власти не бессмертна. Она не будет длиться вечно. Она не может длиться вечно. Поэтому сейчас у нас такой тяжелый период общественного развития и политического развития в нашей стране. Мы пытаемся удержать страну на краю пропасти, чтобы она не свалилась в политическое сиротство, чтобы люди гражданских убеждений, демократических убеждений не потеряли своих представителей в политике вот в той ситуации, в которой мы сейчас живем. Нам нужно удержать этих людей от одиночества, от политического сиротства. Вот этим мы сейчас заняты. Мы сейчас не можем реализовать задачу победы оппозиционного политика над Путиным. Сегодня, вот 4 октября 2022 года. А что будет в 2024 году или, возможно, до 2024 года, мы не знаем. В каждой конкретной ситуации принимается конкретное решение. Сейчас наша задача – сохранить лицо, не потерять людей, не потерять народ, не потерять общество, подтвердить людям, что в России есть другая политика. Другая политика. И мы имеем все возможности для того, чтобы эту политику представлять. Да, в очень неприятной ситуации, в очень некомфортной ситуации. Но вот нам выпала такая работа. Мы не должны от нее уклоняться. Мы хотели бы заниматься другой работой, мы хотели бы строить самую успешную в мире страну с лучшим образованием, лучшей наукой, лучшим просвещением, лучшим образованием, с лучшим бизнесом, с лучшими компьютерами, лучшими самолетами. Вместо этого мы занимаемся тем, что спасаем сейчас гражданское общество от полного забвения и потери понимания личных и политических перспектив всей страны. Вот в такой ситуации мы находимся, на таком этапе политического развития, на таком куске истории. Он нам выпал. Вот мы сейчас фактически пытаемся спасти ту часть живого гражданского общества в нашей стране, которая не должна тоже потерять лицо, не должна упасть, не должна почувствовать себя бессильной и свою жизнь бессмысленной. Вот такая сейчас у нас задача. Задачу победы на выборах будем решать в тот момент, когда эта победа будет возможна. Вот я очень хорошо помню крах Советского Союза. Что бы ни делала советская власть и КПСС на выборах тогда, правда, они были, нужно признать, в целом честными, в целом, не везде, но в целом. В итоге преобладающее общественное мнение сменило власть. Просто люди не хотели больше голосовать и не голосовали за представителей КПСС, и власть сменилась. Сначала меняется общественное мнение, потом меняется власть. Наоборот, невозможно. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый вечер, господа. Меня зовут Антон, Санкт-Петербург. У меня к вам два вопроса к Льву Шлосбергу. Первый очень важный – это вопрос отцов и детей. То есть те, кто за, и те, кто против. Понимаете, вот у меня отец, ну то есть мне 40 лет, я воспитывался в Украине. Ну, в детстве я ездил в Украину, отдыхал и... Сестра мне троюродная говорит, что она ненавидит всех русских, никогда она не будет прощения. Я ее понимаю, человечески. Это повреднее матери. Отец говорит, что я предатель Родины. Я не в обиде, как бы я его не ругаю. Он пожилой, я его люблю. Но есть такие семьи, где это очень-очень-очень остро. И как это будет соединяться после окончания спецоперации? Это должно соединиться, иначе будет следующая гражданская война. Как вы это видите? И второй вопрос. Я недавно узнал, что крокодил единственное животное, которое не ходит назад. Я не люблю аналогии, но если представить, что соберутся генералы и скажут: «Ваше Величество, надо отречься», так как они говорили Николаю II. Кстати, они оба полковники, Владимир Владимирович и Николай II. Подпишет ли император отречение? Или все-таки крокодил не ходит назад? Спасибо. Спасибо, Антон. Антон, большое спасибо за оба вопроса. Я очень рад, что вы из Петербурга. Вы наш сосед, между нами всего 300 километров. Очень признательны вам за вопросы. Ваш первый вопрос сущностный. Об этом вообще на эту тему мы могли бы с Вадимом и вами поговорить долго в эфире Грэма.
Я отвечу коротко, поскольку полчаса на эту тему мы говорить не сможем. Поколенческий разрыв стал трагедией России в отношениях между властью и обществом. Российские власти, лично Путин, так и не покинули 20 век. Они остаются людьми и политиками 20 века, спустя уже почти четверть века после начала новой эпохи, новой цивилизационной эпохи. Эта трагедия отразилась на семьях. Потому что когда глава государства, верховный главнокомандующий, выступает с обоснованием военных действий, используя почти буквально образы и смыслы выступлений советских пропагандистов 35-40-летней давности, это показывает масштабы вот этого поколенческого разрыва. Да, люди старшего поколения во многом ориентируются на политиков прошлого века. Им тоже не создали условия для нормальной жизни. Им не показали, что смена общественно-политического строя ведет важное, основное, самое важное. Улучшение жизни. Улучшение качества жизни. Изменение отношения власти к человеку. Люди же голосовали за Ельцина и за демократов не потому, что за Ельцина и за демократов, а потому что против тирании, против монополии, против неуважения власти к себе. Они хотели другого государственного отношения к людям. И не получили. И когда не получили, то они стали вспоминать время, когда они чувствовали себя лучше, увереннее, понимали свою перспективу. Пусть она была довольно однообразной, но понимали, что будет через 5, 10, 15 лет. И утрата перспективы, утрата понимания завтрашнего дня, по сути, утрата будущего для людей старшего поколения стала страшной. Они стремятся вернуться в свое прошлое, чтобы вернуться, как говорят психологи, в зону комфорта. А уже нет зоны комфорта. Ее нет ни в прошлом, ни в настоящем. И вот этот политический поколенческий разрыв, он привел к разлому в семьях. Когда в жизни пришли люди, вот вам 40 лет, когда российское государство стало существенно меняться, это начало 80-х годов. Вот я помню, как уже тогда студент исторического факультета, эту знаменитую траурную пятилетку, когда сначала Брежнев, потом Андропов, потом Черненко. И уже непонятно, когда это закончится. И вот понятно всем, что эта система изживает себя. У нее нет никакого завтрашнего дня. И после этого приходит человек с другим голосом, другим лицом, и он говорит, мы будем делать перестройку. Это же было какое воодушевление. Это было настоящее воодушевление. Но отдельная тема Горбачев, мы говорили об этом в одном из эфиров с Вадимом. Это человек, которому досталась великая и тяжелая миссия, который сделал ее как мог, и в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве, он обошелся без насилия. А там, когда насилие применялось, с его ведома, это была реакция системы, нечеловеческой, зверской политической системы. И вот как раз он вырастил первое поколение свободы. Он вырастил первое поколение свободных людей. Вы родились в 80-е годы, а уже в 90-е вы сформировались как свободный человек, а власть осталась в 20 веке. Вы стали человеком 21 века, и ваши братья, сестры, ваши дети, люди 21 века. А сама власть осталась в прошлом веке, потому что вот это вот желание маниакальным образом жить в матрице свой-чужой, друг-враг, мы и они, мы и враги, мы и другие. Это советская матрица, это матрица осажденной крепости. И Путин не вышел из этой матрицы. Поэтому я очень вам сочувствую. Я очень сочувствую вам внутри семьи. Относитесь к родителям как к родителям. Вот принимайте их то, что это родные и близкие вам люди. Если сейчас невозможно с ними говорить о политике, уберите эту тему из вашего семейного общения. Это же родители, они дали вам вашу жизнь. Возможно, у них когда-либо изменится мнение, но дайте им время. Дайте им время на эти внутренние изменения. Они же не враги. Они люди своей эпохи, которым не позволили почувствовать себя в другую эпоху по-человечески. Просто не позволили. Их лишили нормальной государственной политики. Вы все равно выросли человеком современным. Они не смогли перепрыгнуть через эту пропасть, потому что им не помогли, для них не были созданы условия. И к этому нужно относиться как к погоде на улице, как к климатическим условиям. Вот так, как сейчас мы относимся к печальным и трагическим событиям, выпавшим на нашу долю. Это нужно прожить и пережить. Не потеряйте родителей, они ваши родные люди. Это ваша главная задача. Не потеряйте своих родных. Не станьте их врагами, не воспринимайте их как своих врагов. А что касается параллелей между 17-м и 20-м условным годом.
Да, Николай II отрекся от престола государства российского здесь, в Пскове, в салон-вагоне царского поезда на запасных путях Псковского вокзала, получив целый поток телеграмм и целый поток визитов к нему лично в этот вагон, в том числе командующих фронтами, командующих флотами, с нижайшей просьбой. Ваше Величество, пожалуйста, уйдите, уйдите, не будьте тормозом развития России, оставьте трон. Николай в итоге ушел, но не получилось выстроить другую политическую и государственную систему. Сначала пришли временные, вот в чистом виде временные политики, а теперь благородные люди. Более интеллектуального правительства, чем временное правительство Керенского, в России не было за все начало 20 века. Это были ученые, это были настоящие государственные деятели, но они оказались не способны в ситуации безвластия обеспечить переходный период от многовековой монархии и единовластного правления к парламентской республике или другой форме правления, что могло сделать только учредительное собрание. Они это понимали. Но они оттягивали эти выборы. Им казалось, что они сейчас успеют быстро, без народного волеизъявления, провести реформы. В сентябре 2017 года Временное правительство своим решением объявило Россию республикой. Республикой, не проведя никакого учредительного собрания. И в итоге дотянуло, в каком-то смысле дотянуло, до большевистского восстания, большевистского переворота. Когда пришли большевики, вы помните, они проиграли выборы в учредительное собрание. Они уверены были, что победят, но они проиграли. Что они сделали после этого? Как политические бандиты. Они разогнали учредительное собрание в январе 18 года и закончили на этом законную власть в России. Что нужно было делать? Конечно, это сейчас, почти анекдот. Но это плохое слово, анекдот. Это невозможно с 22 года советовать политикам Временного правительства, что им нужно было делать, когда Николай Александрович Романов отрекся от престола государства российского. Но нужно было понимать одну вещь, я все-таки скажу. Краткость исторических шансов. Краткость того окна в истории, того окошка, когда можно и нужно менять государство. Оно всегда недолго это время. И в начале 90-х годов, в 91-м году, оно было очень непродолжительно, чтобы построить институты, которые в дальнейшем, как скелет, будут страховать растущий организм государства. Я не знаю, возможно ли сейчас такой внутриэлитный конфликт, когда высшие военные командиры приходят к Путину и предлагают ему оставить власть. А вопрос тот же, что в 17 году. А кому передать? Кому передать? Вот Николай II передал власть брату Михаилу, даже не сообщив ему, что он отрекается от престола в его пользу. Что записал Михаил в своих дневниках, получив известие о манифесте Николая II? Он написал, какая глупость. Какая глупость. Ему досталось в руки российское государство. Родной брат государя-императора, получив это известие, пишет, какая глупость. И отказывается принять трон. И все. И выясняется, что никаких институтов не существует. Парламент не парламент, суд не суд, правительство не правительство. Нет никаких скелетов, никаких костей, на которых держится государство. Ну вот нужно выстроить, наконец, нормальный скелет нашей страны, политический скелет, государственный скелет. Я не знаю, какой путь выберет история. Вот представим себе, что такие вы начальники, я их не вижу перед собой. Они придут к Путину с такой просьбой, и неизвестно, как они выйдут из его кабинета. Вот давайте скажем прямо, императору Николаю II могли писать, в том числе публично, через газеты, потому что газеты публиковали эти телеграммы командующих фронтами. Ваше Величество, уйдите. Представьте себе сейчас газету Russia Today, печатающую телеграммы командующих военными округами Путин, Владимир Владимирович, пожалуйста, оставьте трон. Ну вот, невозможно представить. Но если бы такой внутриэлитный переворот произошел, я бы отнесся к нему с большой настороженностью. А в чем легитимность этой власти? На чем она будет держаться? Кто придет? Власть полковников и генералов? Они точно будут проводить демократические реформы, объявить честные выборы, вернуть свободу слова? Мягко говоря, я не уверен. Вопрос же не в том, как и когда уйдет Путин, хотя это важно. Главный вопрос не в этом. Главный вопрос в том, что будет после Путина. Что будет после Путина? Будет еще возможность построить в России демократическое государство? Ведь история, с одной стороны, она жестокая, она никого не жалеет. А с другой стороны, она благородная. Вот получили шанс, историческое окошко, там, условно, в 88-91 году. Ну, по сути дела, в 85-91 полностью все окно Горбачева – это исторический шанс. Вот вам шанс, вот история вам предоставляет вековой шанс. Не воспользовались. Люди дорогие, ждите следующего окна.
Только к нему вот надо еще... быть готовым. Понимаете, к нему надо быть готовым, понимать, как вести политику, какие проводить реформы, как строить государство. Вот сейчас на фоне того мрака, который окутал нашу страну, важнейшая работа, важнейшая, это писать программу об устройстве России. Вот ту программу, которую можно будет брать в руки и делать, когда появится вот это историческое окно. Кто это будет, я не знаю. Получится у нас, но будет счастье просто, если такой шанс нам выпадет. Никто не знает. История далеко не всегда бывает предвестником будущих больших окон возможностей. Это бывает иногда чрезвычайно скоротечно и очень драматично. Я хочу напомнить, что с момента всеобщего, общенационального, ну почти общенационального восторга отступления России в Первую мировую войну в конце июля, начале августа 1914 года до трагической отставки Николая II прошло 2,5 года, когда почти вся страна хотела его ухода и воспринимала его как политика, не отвечающего интересам России. 2,5 года прошло. Но к лавинообразным событиям 1917 года ни общество, ни политики не были готовы. А бандиты оказались готовы. Бандиты всегда готовы украсть то, до чего можно дотянуть руки. Вот когда мы сейчас думаем над тем, какая будет страна после Путина, мы должны понимать, что первые, кто почувствует эту свободу, этот запах власти, это будут бандиты, аналогичные большевикам. Они первые бросятся к власти. Вот сможем мы их остановить? Это вопрос. Ну вот, кстати, по поводу власти и неких символов. Потому что вот Иван Охлобыстин, который, ну, казалось бы, актер, который появился, но о нем сейчас много говорят, вот как юродивый при царе, не юродивый и так далее. А это есть некий символ того, что происходит? Вот такой гротеск, такой, ну, вот все, что вот олицетворяет собой Охлобыстин. Я услышал такую точку зрения, вот Виктор Шендерович у нас как раз ее озвучил, что просто Путин вышел на уровень Охлобыстина, а не Охлобыстин там вышел на уровень Путина, что теперь это тренд. Вот как вы это видите? Вадим, два вопроса. Можно я сначала про Охлобыстина и потом про Путина? Да, давайте. Мне кажется, что Охлобыстин потерял человеческое лицо. По большому счету предмета для комментария нет. Любой человек может превратиться в нечто античеловеческое, а все, что можно сказать, это выразить Охлобыстину глубокое соболезнование в связи с тем, что с ним произошло. Вот просто глубокое соболезнование. Это никакой не символ эпохи. Это просто человек, потерявший человеческое лицо. Можно сказать, что это тоже символ эпохи, знак эпохи, но я не вижу в этом какого-то особого символизма. Это результат общенационального падения нравов и преобладания, ну, не преобладания, но огромного масштаба энергии ненависти, которая окутала нашу несчастную страну. А что касается движения Путина, Путин не выглядит уверенным политиком. В его выступлении 30 сентября, если вот послушать его и почитать его, выступает человек, которому многое не ясно. Он таким образом подтверждает свой статус, свое значение, свою историческую правоту, но делает это такими словами, такими выражениями, с такой интонацией, с которой не должно выступать государственному деятелю его уровня. Ну а выступление на митинге – это продолжение вот этого выступления. Посмотрите, за последние годы, примерно после реформы Конституции, у Путина поступательно нарастает доля раздражения и даже злобы в его выступлениях. Он выглядит человеком, который недоволен всем и всеми, в том числе собой. Вот выступил про исторические отношения России и Украины, вроде все сказал. Нет, в следующий раз снова об этом. Что-то недосказал, хочется еще высказать, еще дополнить слова. Но погоди, ты же глава огромного государства, ты глава ядерной державы, ты верховный главнокомандующий. Ну, ты не должен выступать так часто об одном и том же, 5 раз подыскивая слова для одной и той же мысли. А его это не оставляет. Его это просто не оставляет. В этом отражается его неуверенность в завтрашнем дне. Он стремится как бы еще раз затвердить и затвердить вот эти границы. Просто затвердить и затвердить. Я это сделал. Я этого добился. Посмотрите, это правильно, это правда. И чем чаще он это повторяет, тем меньше у него уверенности в том, что это действительно так. Это видно по нему самому. А что там говорит Охлобыстин, не имеет никакого исторического значения. Хоть один Охлобыстин, хоть 100 Охлобыстин. Это, извините за игру буквами, это Охлос. Это Охлос, это не Демос. Это не имеет исторической перспективы и не имеет исторического значения. Вот общественное мнение, которое воспринимает Охлобыстина как человека разрушения и человека ненависти, и человека злобы,
Общественное мнение имеет значение. А Охлобыстин не имеет никакого значения. Он уничтожил себя. С морально-человеческой точки зрения он уничтожил себя. Все закончил. Весь талант рассыпался, все. Не может быть человек с Божьей искрой в душе, не может быть глашатаем зла и ненависти. Не может. Все. Он, это этическое самоубийство. Просто этическое самоубийство. Все. Уносите. Просто уносите. Его больше нет. Ну что ж, спасибо вам. Лев Шлосберг был с нами на прямой связи. Спасибо, Лев, и до связи. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Мы продолжаем и переходим уже к интерактивной части нашего большого стрима. Сегодня у нас два больших интервью. Виктор Шендерович, Лев Шлосберг. Также мы поговорили с волонтерами из Украины. Ну и переходим к нашей интерактивной части. Давайте пообщаемся. Сразу всех призову подписаться на наш телеграм-канал. Давайте сегодня дойдем до 26 тысяч подписчиков. Осталось там чуть больше 100. Поэтому я думаю, что мы можем сделать это прямо сейчас, прямо за этот стрим. У нас сейчас более 2000 человек в моменте. Если каждый десятый поставит и подпишется, то, в общем, мы сегодня преодолеем очередной рубеж в 1000. Поэтому поставьте плюсик, кто сделает это прямо сейчас. И подписаться можно по ссылке, которая есть в описании. Ну и здесь в чате сверху она также закреплена. Поэтому приходите, в Телеграме хорошо, Телеграм развивается. 1 000 000 прочтений в сутки у нас там уже примерно. Поэтому приходите и, в общем, будем вместе с вами тоже там обсуждать очень многие важные вещи на самом деле. Тем временем, да, у нас идет опрос. Сейчас 1910 человек уже проголосовали. Давайте дойдем до 2000. Тогда опрос завершим. Вы можете также высказаться о том, что услышали. Может быть, вам есть что сказать. Вы можете позвонить, можете написать. Можно позвонить по WhatsApp, Viber, Telegram и телефону. То есть использовать это для того, чтобы озвучить свои мысли. Пишут тем временем: Шлосберг хороший, добрый, но позиция его не актуальна. Написала Анна. Главная способность любого спикера — два слова, говорить 2 часа. Написал Михаил. Спикеры разные, кто-то, мне кажется, Лев Шлосберг формулирует очень четко, очень хорошо, и очень у него хороший, богатый литературный русский язык. Так, еще пишут наши зрители: кому-то понравилось выступление Льва Шлосберга, кому-то не понравилось. Но это нормально, мы все-таки живем в демократическом государстве, ну, я про Латвию имею в виду. Есть свои нюансы, есть свои оговорки, но тем не менее, свобода слова — это важно. Не обязательно, чтобы политика нравился всем. Да, вот когда у политика 100% рейтинг, тогда сразу возникают вопросы, а что не так-то? Да, у политиков вообще обычно, ну, сколько там, 20-30% голосуют, это вот хорошие результаты, поэтому должны быть обязательно те, кому нравится, те, кому не нравится. Это нормально. А вот в диктатурах обычно все по-другому. Там рисуют, нет, они иногда, конечно, не всегда рисуют 104% или 120%. Такое тоже бывает. Но там где-то 98% оставляют 2% каких-то, ну, я не знаю, вот кого они считают. Эти 2% — это кто? Вот, то есть 98% они в едином порыве поддерживают, а 2% они выступают против. Это какие-то враги, которых никто никогда не видел, но они где-то сидят, видимо, такие, знаете, карикатуры сразу в советского времени вспоминаешь, да, сидят где-то в каких-то подвалах и с такими страшными лицами, и вот думают, какой же плохой этот человек политик. Ведь все остальные в едином порыве этого политика любят. Ну, на практике все не так, как мы знаем, все эти, ну, просто это даже смешно, да, потому что вот эти вот псевдореферендумы в оккупированных территориях украинских, да, которые показывают 96, 97, там 98, я не знаю, там 124%, да, ну, даже вот просто с какой-то логики, ну, чтобы показать реалистичность, ну, рисуйте 60, ну, вот, ну, все равно же рисуете, как, нет, вот надо 98, 99, никто не верит, все видят, что это вообще ничему не соответствует, но вот, видимо, нужно, чтобы был такой единый порыв, какая-то вот такая история, ну, наверное, вы тоже на это обратили внимание. Да, пишите, комментируйте, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на телеграм-канал «Грянул Грэм». Еще раз повторю, ссылка есть в описании к этому стриму, также она есть в чате вверху. Ну и поддерживайте канал донатами, можно поддерживать нас по PayPal, ссылка опять же тоже есть в описании, можно оформлять спонсорство на наш канал, это важно, это помогает. Можно поддерживать нас прямо в чате, значок доллара внизу, кликните, выберите, там есть разные варианты поддержки, тоже будем вам за это благодарны. Ну и перейдем уже к перекличке, потому что мы уже почти 2
часа в эфире. Попрошу режиссера написать старт и узнаем, какая сегодня у Грэма география. Давайте это выясним сейчас. Пишите ваши города, ваши страны, ваши населенные пункты. Мы всегда с радостью их озвучиваем в прямом эфире. А если не успеваем, когда бывают большие потоки, то они на экране появляются, вы их сами видите. Ну что, поехали у нас сегодня. Ашдот, Минск, Винница, Стас. Так, еще у нас пишут. Так, спасибо, так мило. Санкт-Петербург, Орск, Екатеринбург, Рига, Марупы, Иерусалим, Кармель, Звездный городок, Рига, Сан-Диего, Белая церковь, Санкт-Петербург, Лондон, Краснодар, Турция, Вильнюс, Салас, Пилс, Рига, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Ганновер, Коннектикут, Ашдот, Вильнюс, Тукумс, Харьков, Москва, Санкт-Петербург, Грузия, Кутаиси, Норильск с вами, Рига, так, Экс-Чторик, это я не знаю, Березники или Израиль, Киев, Кемерово, Москва, Москва, Казахстан, Алма-Аты, еще Белгород, Москва, Харьков, Украина, так, еще у нас Белгород, Тула, Челябинская область, Изюм, Оренбург, Нижний Тагил, моя родина Беларусь, Пурцемс, это район в Риге, Москва, также с нами сегодня Челябинск, я тем временем завершаю опрос, хотя давайте еще 4 голоса не хватает, 2 голоса не хватает до 2000, вот будет 2000 и завершим опрос, там совсем немного осталось. Тем временем у нас еще Киев, Кембридж, Архангельск, Уфа. Петербурга много не бывает. Спасибо за интересный эфир, написал Евгений. Москва, Эстония, Лондон. Спрашивают, будет ли сегодня доктор Ариэль. Нет, сегодня доктор не будет, но он будет на следующей неделе. Он в командировку уехал. Так, у нас Молдова, слава Украине и ЗСУ. Минск. Как здорово, что вместе, пишет Либертас. Черкасы. Всем хорошей записи в книге жизни. 115 тысяч километров от земли, написал Лунтик. Ереван с нами, Анна. И да, еще у нас прекрасный гость. Буду рада слышать его и видеть еще в ваших эфирах, написала Лена. Тем временем у нас 2000 голосов уже есть, 2004. Давайте подведем итоги. Так, Джамбул, Казахстан, кстати, с нами тоже сегодня. Согласны ли вы с мирным планом Илона Маска? Однозначно нет. Так, сейчас быстро все меняется, поэтому давайте посмотрим. Однозначно нет, 63%, однозначно да, 14%, не знаю, не считал, 11% и затрудняюсь ответить, 10%. Опрос завершен, получено 2004 голоса. Вот такой комментарий. Так, что у нас еще? Шлотберг замечательный, Пугачев уникальный, спасибо за программу, и вам, Вадим, лично берегите себя, написала Елена. Спасибо вам за добрые слова. Так, Грэм, спасибо, спасибо, Лев, Глазго с нами и так далее. А доктор нужен, написал Михаил. Ну, доктор появится, ну, на следующей неделе. Ну что, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто с нами провел эти 2 часа. Подписывайтесь на канал и грянул Грэм. Два раза нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым, может быть, кто-то тоже захочет подписаться. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ссылка закреплена в чате, есть также в описании к этому стриму. И подписывайтесь на нас в Инстаграме. Все то же самое, ссылка есть в описании к этому видео. Ну что, до встречи, всего доброго и до свидания. Thank you.